Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач-венеролог-уролог. Сегодня мы поговорим о диагностике уретрита у женщин. Уретрит – это воспаление мочеполового канала. Когда возникает вообще уретрит? А он может возникать при каких-то инфекциях, например, половых инфекциях, и выделяет неинфекционный уретрит. А основу и самую частую причину все-таки уретрита вызывают различные инфекции. Что делается при подозрении на уретрит у женщин? Во-первых, берутся мазки. Мазочки берутся из уретры, вот таким одноразовым урогенитальным зондом. Во-первых, первое, берется мазок на стекло. На стекле смотрится воспаление, гонорея, трихомониаз. В ряде случаев при большой концентрации там можно увидеть также грипикиру да кандида и гарнереллу. Второе основное исследование при уретрите у женщин – это ПЦР-анализ. ПЦР – это определение внутренней структуры ДНК различных возбудителей, чаще всего инфекций, передаваемых половым путем. Там, соответственно, сначала происходит многократное копирование или синтез ДНК, а затем сравнение с эталоном. Если она соответствует, ставят обнаружено, например, обнаружена хламидия в данной диагностике. И, наконец, последний из анализов – это ПАСЕВ. ПАСЕВ смотрит в основном не половые причины инфекций, которые вызывают уретрит у женщин, таких, например, кишечная палочка, стафилококки, стрептококки и так далее. Соответственно, второй и достаточно большой также группы причин при уретрите у женщин является неинфекционные причины. Для определения их берут, во-первых, мочу. В моче смотрят камушки, песок, так называемый литос-тест и общий анализ мочи. Также могут браться анализы крови на аллергию и проводиться ультразвуковое исследование на воспаление мочевого пузыря и воспаление почек, которые могут приводить к уретриту. При подозрении на уретрит, как правило, возникают такие симптомы, как жжение зуд в области уретры, выделение из уретры и покраснение губок уретры. При таких симптомах обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД к урологам нашей клиники. У нас имеются, во-первых, экспресс-анализы на гонорею, трихомониаз, воспаление. Во-вторых, самые широкие анализы на уретрит у женщин, учитывая то, что у нас есть в нашем медцентре 5 разных лабораторий, которые, соответственно, приводят к тому, что у нас самый широкий спектр анализов на уретрит. После выяснения причины уретрита опытные урологи нашего медицинского центра назначат комплексное лечение, которое в 100% случаев приводит, как правило, к излечению уретрита. При необходимости диагностики и лечения уретрита у женщин обращайтесь в наш медицинский центр платный КВД. Ждем вас. Спасибо за внимание.